Здесь вам не пишут труда, запомните это. Кто не по специальности? Лучше не спрашивайте. Плоть! Это плывун. Грунт наиболее трудно поддающийся выработке. Один из наиболее трудных участков нашей работы — это борьба с плывуном. Плывун очень трудно брать летом. В него не входит лопата, хотя он и жидкий. И сколько его ни выбирай, он все равно выступает. Сейчас вырабатываем специальный режим работ на плывуне. Приходится ловить такую промежуточную степень его температурного состояния, когда плывун застыл, но еще не замерз. Потому что когда он замерзает, зимой, он становится крепким, как скала. Thank you.
над ударом топора и озером, под снегом и дождем, до самого, до белого, до моря мы дойдем. На синей, на малиновой, на северной заре вставали мы в июле, вставали в январе, а море приближалось, все ближе к нам было, зеленая, студеная, соленая вода. Мы здорово работали, никто не подкачал, и ровно 20 месяцев закончим мы канал. Мы эти 20 месяцев работали не зря. Теперь уж мы бетонщики, монтёры слесаря. Теперь уж ни за что мы нигде не пропадем. До правильной, до самой, до жизни мы дойдем. Мы создаем сооружение не только руками, новые конструкции, новые методы работы. Мы первые применили конвейерную пилку лежей. Беломорстрой – это не только 118 крупнейших сооружений, не только 10 миллионов кубометров земляных работ, не только 921 тысяча кубических метров рубленных деревянных лежей, но и до 1500 рационализаторских предложений, идущих от низовой массы инженеров и техников. Thank you.
этом месте его загородили с пунктами. Тяжелая была работа. А теперь лучше прораб. А вот те были отказчики, а сейчас дают 135% выработки.
Канал армейцы, темпы потеряны. Мы справились с бетонными работами. Они под головою, под ударом топора. Но отстает выемка скалы и грунтом. Не готовы основные каналы и шлюзы, а до конца строительства остаются считанные дни. Отсрочки не будет. Солнце определило срок. Нужны героические усилия. Слово за вами, ударники. Штурмовые фаланги и покажем отставшим образцы настоящей работы. Близится половодье. Весну мы должны встретить готовыми сооружениями, или вода, которую мы захватили дамбами, загораживали перемычками нашим врагом и сметет результаты неслыханных трудов истекшего года. Сегодня наш враг вся в воде. Вперед на штурм за первомайскую победу!
Как только мне сказали, что поеду строить какой-то канал, я сразу решил, убегу, приехал, осматриваюсь. Работать, конечно, и не думал. Раз пришел к нам воспитатель, ударником, говорит, льготы, ударное питание и почет. Слушаю я его. Как будто подменили меня. Азарт такой к работе появился, к каналу, что все забыл. Получил я значок ударника. Значком я очень гордился и сейчас горжусь. И ни за что с ним не расстанусь. Сейчас я досрочно освобожден. Очень рад, что тогда-то не сбежал. Потому что здесь, на Беломорской канале, я нашел свою точку в жизни. Товарищ, я была воровкой, вы знаете, чем еще была. Что я раньше про автомобиль понимала? Как бы не попасть под него, когда с панели на панель перебегаешь или бросает пьяные. А теперь я шофер. Я думаю, что всем интересно женщинам иметь квалификацию. Я кончила, товарищи. Thank you.